Всем привет! Очередной урок по созданию анимации от первого лица. Сегодня создадим с вами анимацию походки простую. Что ж, приступим. Так, давно не анимировал, немножко нету времени, поэтому перерывы такие между уроками. Итак, анимация походки, значит, я сохранил файл уже. Армс Волк 01 назвал. Вот. Анимация будет 30 кадров. В принципе, там можно выставить в дальнейшем тайминг. Может быть быстрее, может быть медленнее. Вот. Ну что, начинаем. Выбираем наш контроллер. Ставим ключ. Копируем ключ в 30 кадр. Копируем ключ в 15 кадр. Ну, и для того, чтобы общее количество кадров у нас совпадало, можно посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, тут можно было так посмотреть, конечно. Ладно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот так делаем тогда. Здесь количество ровное и тут ровное. Сохраняемся. И получается... В 15 кадре мы просто сдвигаем эту руку немножко левей. И получается вот такое движение. Ну, мы смотрим сюда. На походку не особо похоже, поэтому в 7 кадре поднимаем руку вверх. И этот ключ копируем в 22 кадр. И получается у нас смотрим. Ну вот уже похоже на походку такую. Можно было бы и оставить даже, но может быть немножечко... Давайте просто ради интереса подкрутим, так, что получится. Так, стоп, все отсюда снизу идет. Отсюда снизу получается. Вот. Снизу. И отсюда снизу. Опять же, это просто как бы эксперимент. Ой. Что мне не нравится покачивание. Ну ладно, оставим. Так, если сделать. Ой, здесь я зря сделал, потому что... Ну ладно, сейчас верну. Ой-ой-ой, что-то прям получилось ерундистика. Все, возвращаем, сохраняемся. Я думаю, походка пойдет. Но если вам не нравится, вы можете какие-то докруты в промежуточных ключах попробовать сделать. Возможно, что-то и выйдет нормально. Пробежимся быстро по ключам. Так, вот здесь мы посмотрим. Может быть, можно... Так, сейчас я выставлю для начала... Цикл. Что такое? Я забыл, где выставляется цикл. Дожился. Вот, выставил цикл. Здесь элементарно. Можно удалить, наверное, эти ключи, чтобы кривая была ровная. Да. И... Здесь одинаково у нас расстояние. Если у вас... Одна точка выше, вы можете ее поднять. Получается вот здесь за кривую. Ну или просто скопировать, допустим, значение. Взять, скопировать вот это значение и вставить в 22 кадр. Так. Удалим, сохраним. Так, сейчас. И посмотрим. Helpers, так, бонус. Так, и посмотрим, как она будет. Прошу прощения. Да, нормальная походка. Так. Походку мы закончили. Ну, вот такая быстрая анимация, что поделать. В следующем уроке сделаем бег. Всем спасибо. До скорой встречи!